В конце прошлого года в Чувашии была создана Федерация современного пятиборья. В Минюсте общественная организация была зарегистрирована 1 декабря, а спустя всего 2 недели получила аккредитацию Федерации современного пятиборья России. Президентом федерации избран Алексей Мурыгин. Пятиборье – это 5 дисциплин. Это плавание, бег, стрельба из лазерного пистолета, это фехтование и конкур, то есть преодоление препятствий на коне. На сегодняшний день вся материально-техническая база, она в республике есть, и созданы все условия для развития данного вида спорта. Мы планируем и уже 7 апреля текущего года будем проводить первые в истории Чувашии старты по лазарану, которые я буду проводить среди учащихся школ. К началу учебного года, 2018 года. Это официальное открытие отделения пятиборья на базе 3-й школы Олимпийского резерва Новочебоксарска.